Это «Утро в большом городе», и у нас в студии художник Владислав Мамышев-Монро. Вам же часто приходится идти на какие-то жертвы для того, чтобы вжиться в тот или иной образ. Например, когда вы работали над образом Чарльза Спенсера Чаплина, да, вы сбросили 26 килограммов. Mm-hmm. Куда вот? Вообще куда? Вот, вы что, кстати, каким как, образом? Каким образом? В Дюссельдорфе. Когда отказ я... от пива, свиных рулек. Отказ полный от этих вот рулек. Так. И, знаете, там я, мне понравилось очень немцы, они все очень спортивные люди. Они все бегают, куда-то прыгают. Я стал вместе с ними бегать, прыгать по тем же маршрутам. Вот в офис, в банк? Нет, там да. По набережной Рейна. Ага. И сидеть на плотной диете, которую я купил еще перед отъездом из Москвы. Купили диету? Да, это такие продукты. Просто такие порошки, смешиваешь с водой, выбрасываешь на сковороду. Как космическое питание. Вот в фильме, помните, «Через тернии к звездам», «Москва Кассиопея». Да, вот что-то в этом стиле. Вкусно. Нормально. Знаете, вот не отличить. Да. От, и сколько по времени это у вас ушло на это? Ну, где-то 2,5 месяца я потерял 25 килограмм. И потом уже... Я интересуюсь просто совпадение один в один. Я сбросил за два периода голода. 14 дней, 12. Полный отказ от пищи. Именно да? 26 килограммов. Это трудно поверить, но тем не менее. Никто из ваших объектов вот так за какую-то вашу работу что-нибудь такое устроил? В тюрьму поставили? Ну нет, хотя бы даже он сказал, ну вот как меня можно изображать вот так? Да, не обижаются, не реагируют. Нет, я с любовью изобразил, скажем, вот там Монро. Нет, вообще, я имею в виду, вашу творческую деятельность. Не было раз таких ситуаций, когда кто-то подходил и говорил, вот зачем так надо было делать? Ну вот мы, Ян Павел, да, мы знаем, как отреагировал, да? А вот, скажем, Владимир Владимирович Путин. Да нет, вы знаете... Или он не видел? Ну, может, он не видел. Многие мои друзья, знакомые, так скажем, в Москве покупали вот тиражированные паспорта этого Путина, моего Путина, именно для подарков в администрацию президента. Поэтому я думаю, что он видел. Сейчас в Санкт-Петербурге происходит гастроль Аллы Борисовны Пугачевой. Она как реагирует на наши работы? Я боюсь. Такой вот страх, вот знаете, вот идет какая-то такая огромная волна такого вот... Деструктива. Ну, как бы да, как бы как раз как атомная бомба. Так. Еще раз напоминаю, выставка Владислава Мамышева-Монро проходит на Невском проспекте, галерея 137, уже второй день, и до... До 15 июля. И до 15 июля есть шанс ее посетить, чего мы вам желаем. Спасибо большое. Спасибо. И почаще приезжайте на родину-то. Спасибо за предложение. Да. Спасибо. Все. Утро в большом городе продолжается.